Здравствуйте, на канале ФКТ «Время новостей», в студии Инга Габешей. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. На границе с Абхазией ожидают наплыв людей. В Пасху и следующую за ней неделю там прогнозируют увеличение пассажирского и транспортного потоков. На проезжей части улицы Островского демонтировали незаконные конструкции. Несмотря на регулярные проверки, вновь выявлены нарушения. В Сочи появился еще один символ русско-японской дружбы. В Адлере заложен сад сакуры. В горах Сочи состоялся самый азартный лыжно-сноубордический турнир. Огромные игральные кости определили набор трюков. Лифты на замену. На Кубани в текущем году в программу капитального ремонта дополнительно включат 282 лифта. Обновление подъемников, как замена газового оборудования и кровли – одни из самых популярных работ по капремонту в регионе. В краевую программу входят 18 185 многоквартирных домов, а общий размер фонда – почти 4,5 миллиарда рублей. Основное требование, о котором говорят не только жильцы многоэтажек, но и губернатор – прозрачность всех работ. Люди должны понимать, сколько денег, на что и когда будет потрачено. В чем им нельзя отказать, это в прозрачности и в понимании, на самом деле, куда уходят деньги и когда отремонтируют дом. Вот этот вопрос сегодня самый главный. И здесь все равно мы не должны этим отмахиваться. Тут должно быть просто понятно и прозрачно всем жильцам многоквартирного дома, когда их дом попадет под ремонт, капитальный ремонт, когда им крышу наконец-то сделают, которая бежит, или когда в целом хоть какой-то ремонт или какая-то польза от того, что они платят 5 рублей 30 чем-то копеек за квадратный метр, все-таки будет. Вот здесь люди правы. Мы должны первые идти к людям и объяснять им, когда они получат результат от того, что они платят за ремонт этого многоквартирного дома ежемесячно определенную сумму. И вот здесь люди, еще раз подчеркну, должны знать, когда будет отдача. 2016 года план выполнен на 97%. Было в плане 504 дома, отремонтировано 488 дома. 6 домов ведутся там приемка Ростехнадзором по лифтам. То есть эти все работы будут завершены в этом году. Вопросов нет. Что касается 2017 года, все сформировано. Планом предусматривается 847 домов. Сейчас завершены в 444 домах. Повысился уровень доверия жителей к фонду капитального ремонта. Это подтверждает статистика собираемости взносов. Если в начале запуска программы в крае наполняемость копилки не превышала 11%, то в конце прошлого года этот показатель достиг 73%. Продолжаем. На границе с Абхазией ожидают наплыв людей. В Пасху и последующую за ней неделю там прогнозируется увеличение пассажирского и транспортного потоков. Сейчас ежедневно границу в обе стороны пересекает порядка 20 тысяч человек и около 4,5 тысяч автомобилей. Однако специалисты пограничного контроля отмечают, что в ближайшие выходные поток может возрасти более чем на 10%. Такое увеличение наблюдается ежегодно и связано оно с поездками граждан к православным святыням, расположенным в сопредельной республике. Граждан, собирающихся в Абхазию, просят проверить свои паспорта. Они должны быть действительными и не иметь технических ошибок и механических повреждений. Кроме того, необходимо убедиться в отсутствии задолженностей. Скорректировать время пересечения российско-абхазской границы поможет интернет-ресурс «Веб-камеры Сочи». На сегодня наиболее интенсивный трафик наблюдается с 7 до 9 утра, а также вечером после 19. На проезжей части улицы Островского демонтировали незаконные конструкции. Несмотря на регулярные рейды административной комиссии, вновь были выявлены нарушения. Арендаторы торговых павильонов устанавливают ограждения вдоль улицы, сооружая личную парковку на муниципальной земле. При этом забывают, что подобные конструкции не позволяют пожарным машинам подъехать к зданиям в случае ЧП. Особое внимание привлекла и деятельность так называемых парковщиков, которые по улице Островского расставляют свои фишки и паркуют с утра автомобили. В отношении них организуем дежурство. В случае, если они будут нарушать действующее законодательство, привлечем их к административной ответственности. В утреннее время, одновременно с обходами, мы будем
будем уделять внимание именно территориям, скажем так, прилегающим и тротуарам, на которых расставляются фишки данными лицами. Мешают движению и автомобили, припаркованные вторым рядом на улице Островского. Здесь все зависит от активности полиции. ДПС штрафует нарушителя. В случае, если собственник не находится рядом с автомобилем, машину эвакуируют на штрафстоянку. Еще одна причина для составления протокола о правонарушении – это размещение торгового оборудования, столиков и зонтиков на муниципальной земле. Собственника вызовут на комиссию и оштрафуют. При этом у предпринимателей есть возможность узаконить выносные столики и кафе у ресторанов. Получить разрешение можно в администрации города. В ходе мониторинга были обнаружены и случаи незаконного выброса мусора. Как правило, это делается предпринимателями, не заключившими договор на вывоз ТБО. Штраф за такое нарушение для юридических лиц до 100 тысяч рублей. Арендаторы стоящих рядом магазинов пообещали самостоятельно устранить проблему. Сегодня следователи отмечают свой профессиональный праздник. 6 апреля исполнилось 55 лет со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД. Сочинских полицейских с юбилейной датой поздравляли в торжественной обстановке, вручили благодарственные письма, знаки отличия и присвоили очередные звания. Расскажет Ольга Десятова. Кражи, грабежи, мошенничество, незаконный оборот наркотиков. Ежегодно сочинские следователи органов внутренних дел расследуют около 5000 уголовных дел. Только тяжких за прошлый год полицейские раскрыли более 1000. Из них порядка 60 совершенные организованными преступными группами. В Адлерском районе направлено в суд уголовное дело в отношении целой семьи, которая занималась закладками наркотиков на территории Адлерского района города Сочи. Были установлены потребители, были установлены организаторы, скрыта схема получения, распространения наркотиков. Сейчас все задержанные находятся в изоляторе следственном и ждут справедливого приговора. Кроме того, следователи УВД задержали группу фальшивомонетчиков. Трое участников ОПГ уже заключены под стражу. 15 уголовных дел следователи направили в суд в отношении недобросовестных застройщиков. Одному уже вынесен приговор – 10 лет лишения свободы. За высокий профессионализм сочинским следователям в торжественной обстановке сегодня вручали благодарственные письма, знаки отличия от руководства курорта, городского собрания и УВД. Ну а поводом стало 55-летие со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД. Дату отмечают 6 апреля. Ваша принципиальная позиция, ваш профессионализм, он позволил в нашем городе иметь совершенно спокойную обстановку. При всем том, что количество жителей увеличивается, количество преступлений в городе уменьшается. И это заслуга сочинских полицейских. На страже закона и порядка в следственном подразделении УВД сегодня стоит 122 человека. Работа достаточно интересная, очень развивающая, то есть во всех сферах деятельности, как в рамках правового поля. То есть следователь должен иметь познание не узко в сфере уголовного процесса, но и в каждой сфере, по какой линии он расследует уголовное дело. Новое время ставит перед следователями новые задачи. Преступники придумывают новые схемы, используют высокие технологии, интернет. Поэтому все современные достижения и разработки следователи внедряют и в свою профессиональную деятельность, чтобы всегда быть на страже закона. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Но даже с навыками следователя не всегда удается найти потерянных хозяев. За первый год существования кошачьего приюта на улице Конституции удалось пристроить в хорошие руки 89 домашних животных. Наш корреспондент Елена Овсецна побывала в гостях у кошек, а после убедилась, найти того самого своего любимца можно и на улице. Приют в арендованном помещении. Конечно, тесновато, если все вольеры полностью заполнены. Но сейчас здесь осталось десяток кошек. Разбирают активно, ценят здесь кошку Сараби. В приют она попала с котятами, своих выкормила, еще пару чужих, которых люди выбросили на улицу. А вот сотрудники приюта подобрали и подложили кормящей маме. Сами не считают поведение тех, кто не в ответе за своих питомцев, бесчеловечным. Выброшенные, как правило, котята, бесконечно выброшенные котята. И дело вот на самом деле в домашних стерилизациях, то есть мы занимаемся не только мы, а вот волонтеры города, да, массовой стерилизацией бездомных животных, но даже если мы вот всех бездомных животных стерилизуем, выброшенные котята все равно будут всегда, потому что люди не стерилизуют своих домашних питомцев. Домашние животные есть практически в каждой семье. Вот, например, Ольга Захарова много лет мечтала о своей собаке. Мечта сбылась только в этом году. Но прежде чем поехать в приют под названием БИМ, Ольга зашла на страницу их сайта. Буквально одна из первых фотографий мне попалась вот этой вот пятнистого существа.
с языком наружу, с ушами в разлет, я увидела и поняла, что вот это вот он. Вот такой, как я хотела. Хотела добрую, маленькую, но веселую и озорную. Вот как я сама. Ну, такой и получился. Мы прямо вот с первых дней, наверное, как говорится, спелись. Поскольку собака была взрослая, более 2 лет, клички ее никто не знал. Потеряшку в новой семье назвали Копа. Пес кличку полюбил и охотно на нее отзывается. В приюте, правда, сразу предупредили, если что-то пойдет не так, лучше собаку вернуть. Но мысли такой не возникло. А друзья, видя искренние чувства животного и хозяйки, даже значок подарили на Новый год в виде четвероногого. В приюте также рассказали, как в дальнейшем следить за здоровьем пса. Ветеринары еще предостерегают, чтобы ваша животное не потерялось, нужно купить специальный ошейник с информацией о любимце, либо даже чипировать пса или кота. Если животное потерялось, то это метод идентификации. Вот чип, номер чипа вносится в международную базу данных, и, ну, то есть таким образом можно найти хозяина. И чипированием, и стерилизацией занимаются в любой ветеринарной клинике. Зоозащитники в очередной раз призывают всех сочинцев быть ответственными за своих питомцев. Приютов в Сочи становится больше, а значит, у людей больше и возможности взять животное оттуда, где оно ухожено и привито. К лету еще один такой приют появится в Адлере в здании бывшей птицефабрики. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи появился еще один символ русско-японской дружбы. В Адлере заложен сад сакуры. В символической церемонии закладки и сада русско-японской дружбы приняли участие представители посольства Японии в России, администрации Сочи. Участники церемонии посадили 18 деревьев сакуры, тем самым дав начало красивой традиции. Высаживать деревья в саду русско-японской дружбы планируется каждую весну. Почетным гостем мероприятия стала профессор Ямада Мидори. Уже более 25 лет она занимается распространением знаний о Японии в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Мы приветствуем любую инициативу, которая способствует укреплению мира, взаимопонимания между нашими народами. Я думаю, что вот зацветет наш город еще более прекрасно, благодаря тому, что сегодня здесь будет высажен сад сакур. Я в восторге от атмосферы города. Надеюсь, что в следующий раз в Сочи я приеду не по работе, а с семьей отдыхать. Сочи и Нагата – города побратимы. Я надеюсь, что дружба между нашими городами приведет к укреплению деловых отношений и послужит символом дружбы между народами. Кроме того, инициаторы проекта задумали учредить в Сочи фестиваль японской культуры, который будет проводиться ежегодно в период цветения сакуры. Мотомарш «Дороги Победы» на Берлин стартует в Сочи. Участники международной акции, посвященной 73-й годовщине Великой Победы над фашизмом, соберутся 22 апреля в 10:30 у Летнего театра. Мотоциклетная колонна пройдет по курортному проспекту до мемориала «Подвиг во имя жизни», а затем направится к завокзальному мемориальному комплексу. Здесь после минуты молчания и возложения цветов участникам акции передадут фотографии и письменные послания от ветеранов. Их в дальнейшем отправят в Германо-Российский музей Берлин-Карлсхорст. После Сочи мотоколонна отправится в Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Елицы, Москву. Далее мотоциклисты марша поедут в Республику Беларусь, Польшу, Словакию, Чехию и Германию. По пути они заедут в небольшие города, в которых проходили кровопролитные бои с фашистскими захватчиками. И в печально знаменитый город Освенцим, где во время войны располагался немецкий концлагерь, унесший жизни сотен тысяч человек. Завершится мотомарш традиционно 9 мая в Берлине. Участниками акции в этом году станут мотоциклисты из России, Белоруссии, Польши, Чехии, Словакии, Словении, Италии, Англии, Сербии, Македонии, Болгарии, Германии, Дании и других государств. Более 10 тысяч человек. Присоединиться к ним может любой желающий на автомобиле или мотоцикле. В Сочи состоится 21-й открытый фестиваль-конкурс армейской песни «За веру, за отчизну, за любовь». С 10 по 16 апреля в Зимнем театре на Театральной площади и площади Южного Мола, в воинских частях и здравницах курорта будут выступать российские военнослужащие из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Владивостока, Норильска, Мурманска, Иркутска и Сочи. С творческими номерами выступят и военные из стран СНГ – Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Армении и Республики Беларусь. Состязания пройдут в номинациях «Исполнители казачьей песни», «Авторы-исполнители», «Музыкальные ансамбли», «Солисты ансамблей песни и пляски», «Исполнители песен профессиональных
национальных авторов и духовые оркестры. Гала-концерт открытия фестиваля состоится 11 апреля в Зимнем театре, а 14 апреля в 16 часов на площади у Южного Мола все желающие бесплатно смогут посмотреть гала-концерт лауреатов и дипломантов 20 предыдущих фестивалей армейской песни. Продолжаем. В Международном инновационном университете стартовал новый сезон студенческих игр КВН. За главный приз – университетский кубок – соревновались 5 команд со всех учебных корпусов Международного инновационного университета. Сегодня в МИУ день юмора, и это традиция. Настроение гостям и зрителям университетской лиги КВН задавали и перед началом долгожданного праздника. Ну а в зале все по правилам клуба веселых и находчивых. Полный зал, болельщики, члены жюри, ну и, разумеется, сами команды из всех 5 корпусов Международного инновационного университета. Все самые люди, которые сегодня нас будут веселить. Девиз нового сезона – студенты – счастливые люди. И тема выбрана не случайно. Студенчество – самое благоприятное. Приятное время для творчества, считают в МИУ. Поэтому сцена университета всегда предоставлена ребятам для реализации и развития их талантов. Творчество, безусловно, важный фактор студенческой жизни. И мы благодарны нашему университету за предоставленную возможность участвовать в таких мероприятиях, которые помогают развиваться не только как профессионально, но и в творческом плане. Сегодня в составе жюри студент МИУ, финалист открытой лиги КВН города Сочи, второкурсник Дмитрий Берзения, еще и редактор университетской лиги КВН. КВН для нас уже стал определенной традицией, и мы надеемся, что эта традиция будет продолжаться, потому что именно это мероприятие дает нам огромное количество позитива. В нашем университете ребята не только умеют учиться, но и хорошо шутить. Это, безусловно, сплачивает, потому что юмор – это та вещь, которая приближает людей. Шутки студентов, разумеется, связаны с университетской жизнью. Не обошлось и без местного колорита. МИУ, как и сам город Сочи, многонациональный. А ну скажи еще разок. Ну я сама за себя заплачу. Что случилось? Он был последний. Разве это проблема? О боже, кто ты? Если что, я староста. Яркость выступления, индивидуальность, юмор. Члены жюри оценивали команды по всем критериям клуба веселых и находчивых. Главное условие – обойтись без плагиата. На отлично команды справились и с конкурсом импровизации, где проявили свою музыкальность. Один из творческих проектов МИУ. В прошлом году здесь стартовал новый конкурс по созданию видеороликов. Победители сегодня наградили грамотами и ценными призами. Этот конкурс, безусловно, пошел нам всем на пользу, потому что мы всегда развиваемся творчески, помимо самой учебы. Мы научились более грамотно работать с камерой, кто-то даже научился получше монтировать. В общем, было очень интересно. Победителем нового сезона студенческих игр КВН сегодня стали ребята без прописки. Так называется самая веселая и находчивая команда Международного инновационного университета. Главный приз – переходящий университетский кубок КВН. Но останавливаться на достигнутом студенты МИУ не собираются. Ольга Десятова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Несмотря на капризы погоды, в горах Сочи состоялся самый азартный лыжно-сноубордический контест. Огромные игральные кости определили набор трюков, которые принесли удачу двум сильнейшим райдерам. Принять участие в контесте Red Bull мог любой желающий, зарегистрировавшись накануне. В результате на старт квалификационного заезда вышли 57 сноубордистов и 14 лыжников из разных уголков России. Правила предельно просты. Грани одного кубика показывают гребы, захваты, другого – градусы вращения. Выпасть может что угодно – от элементарного трюка до сложности элемента. Игра шла на выбывание. Тот, кто наиболее четко и стильно повторил выпавшие трюки, проходил в следующий этап. В финалах остались двое сильнейших в своих дисциплинах. В сноуборде ими стали Влад Хадарин и Юрий Чемодуров. Нервы не подвели только Влада Хадарина, который исполнил решающий трюк без единой помарки. У лыжников интригу не удалось сохранить до самого конца. Фаворит соревнований Григорий Фузеев не оставил шансов никому. На сегодня это все. Наши новости уже на сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.